жительница Новосибирска, опубликовала объявление о продаже маленького ребенка на сайте ЮЛА. Само объявление было размещено в разделе о продаже животных. Полиция проводит проверку по факту объявления о продаже ребенка, которое было опубликовано от имени некой Виктории, на одном из сайтов объявлений в интернете. На момент публикации объявление о продаже маленького мальчика удалено. Изначально оно было опубликовано в разделе «Животные», следует из копии сохраненного объявления. «Безумно любит качели, к горшку приучен, кушать много не требует», говорилось в объявлении. Также там уточнялось, что цена на мальчика предоставляется по запросу. В объявлении указано, что ребенок находится в Первомайском районе Новосибирска. В ее профиле также опубликовано объявление о продаже телевизора. У Виктории подтвержденный профиль во ВКонтакте, однако перейти по нему и связаться с женщиной не удалось. Прокуратура и МВД региона также начали проверки по факту объявления о ребенке. В полиции это прокомментировали следующим образом. Информация об объявлении зарегистрирована. Обстоятельства устанавливаются.